История компании «Карин» — это история международного признания для Италии. Это история одной из ведущих компаний в сфере разработки и изготовления защитной рабочей одежды. «Карин» была основана в 1991 году человеком, посвятившим свою жизнь вопросам безопасности. Секрет компании – производство защитной и специальной одежды на всевозможные случаи со вниманием и старанием, которые характерны более для мира высокой моды. В компании осуществляется контроль всего цикла производства, начиная с проектирования каждого отдельного элемента. Нашей задачей, которую мы успешно выполняем, является защита и даже спасение жизни рабочих. Компания «Карин» была одним из первых производителей, прошедших аттестацию производства огнеупорной и кислостойкой одежды. Такое достижение в послужном списке компании является результатом тесного сотрудничества с другими ведущими европейскими производителями высокотехнологичных тканей для защитной спецодежды. Только при непрерывном обмене информацией между проектировщиками и поставщиками сырья можно обеспечить уровень качества, необходимый для успешной деятельности на рынках на фоне все более усиливающихся экономических факторов. Компания владеет тремя заводами, двумя в Италии и одним в Румынии. Штаб-квартира располагается в Куджоно, около Милана. Туда прибывают все материалы, которые затем распределяются по производственным мощностям группы. И туда же возвращаются все готовые изделия для отправки конечным пользователям. На заводе в Куджоно сотрудники отдела планирования разрабатывают новые креативные и, самое главное, функциональные проекты. Творческие и передовые идеи молодых дизайнеров в сочетании с новейшими технологиями автоматизированного проектирования позволяют не только разрабатывать оригинальные прототипы, но и вносить улучшения в ключевые этапы процессов моделирования, разработки, размещения, подготовки и закройки. На складе собираются и проверяются исходные материалы, а после завершения работ осуществляется планирование доставки. Весь цикл сертифицирован по стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Производство размещается в штаб-квартире «Карин» в Румынии. Итальянское руководство осуществляет непосредственное управление впечатляющими мощностями для широкомонтажного производства защитной спецодежды. А сейчас давайте рассмотрим рабочие процессы, чтобы увидеть, как производится продукция «Карин». Процесс начинается с автоматического размещения ткани. Рулон плавно и безостановочно раскатывается, и ткань автоматически кроется. Робот-закройщик осуществляет резку отдельных элементов, из которых шьется спецодежда точно по разметке. Для небольших объемов используется ленточная пила. Каждому элементу присваивается индивидуальный номер. Такую процедуру при производстве защитной спецодежды используют считанные компании, и «Карин» входит в их число. Для прошивки кромок на рубашках, поло и футболках есть несколько положений с тремя иглами. Среди оборудования компании есть ряд особых устройств для изготовления шлевок с усилительными вставками. При изготовлении петель для пуговиц на рубашках, куртках и брюках используется различное оборудование. В производстве рубашек и при использовании двойных интерлочных швов применяются двойные иглы. При работе с элементами, требующими высокой прочности, а также усиленными швами, используются машины с полосками. На специальных станках тянется клейкая лента для униформ служб безопасности. Если одежда предназначена для работы в суровых условиях, все швы выполняются с лентой для обеспечения водонепроницаемости. Если одежду предполагается использовать в действительно неблагоприятных условиях, требования к водонепроницаемости ужесточаются. Обрабатываемый элемент проходит отдельное испытание и подвергается воздействию воды под давлением. На практически любом предмете одежды есть пуговицы, которые пришиваются автоматически. Автоматизированная линия с 18 уголовками предназначена для добавления вышивок любого вида на каждый предмет одежды.
Для особо точных разрезов и надрезов используется передовая технология – лазерная резка. Перед упаковкой куртки и брюки проходят автоматическую глажку. Карин занимается не только одеждой. Группа компаний имеет собственный завод и 40 лет опыта производства защитной обуви. Подразделение K-WAG. На заводе в городе Машана, регион Абруццо, с цехом по производству обуви и современной 24-позиционной автоматической ротационной машины для литья подошв гарантируются оптимальные стандарты производства и итальянское качество исполнения. Давайте посмотрим, как делается обувь Карин. После этапа проектирования проходит тщательная проверка исходного материала перед обработкой. Проверяется цвет, толщина, ширина и длина листа. Все это проводится вручную с использованием навыков, передаваемых из поколения в поколение, и составляет основу качества окончательного продукта. Кожа поступает в раскройный цех, где синтетические элементы обрабатываются в несколько слоев на вырубном штампе с подвижной головкой, а кожа кроется на станке с поворотным кронштейном. Затем материал поступает в цех по производству обуви, где используется многовековой опыт итальянских мастеров для сшивания различных элементов с помощью швейных машин ПФАВ с одной или двумя иглами. После сшивания верхней части обуви добавляется стелька и стальной носок. Затем наступает черед цеха для литья под давлением, где верхняя часть помещается на алюминиевые конструкции на 24-позиционной карусельной машине Main Group непосредственного впрыска с возможностью работы с двумя материалами различной плотности. Машина Main Group включает в себя робота Kawasaki для прецизионного крепления подошв с кубами без опасности отделения подошвы от верха или для установки защитных основных стелек при наличии такой необходимости. После крепления подошвы методом литья под давлением осуществляется ручная обрезка излишков пеноматериала, после чего вставляются шнурки и гигиенические стельки. Заводы в Куджона, Машана, Фоксане выполняют одну задачу – защищает рабочих от всех рисков, связанных с используемыми материалами и непредвиденными событиями. Защита рабочих от неблагоприятных погодных условий. Вот почему специалисты Карин проверяют каждый предмет до, во время и после производственного цикла. Безопасность конечного пользователя всегда является самым важным фактором. Ассортимент продукции Карин теперь расширяется, включая в себя товары для следующих отраслей и сфер: борьба с лесными пожарами, гражданская оборона, нефтехимия и литейные цеха, электрические дуги, сигнальная одежда, одежда для защиты от холода и дождя, стандартная рабочая одежда, спецодежда для пищевой промышленности, принадлежности и спецодежда для военных. Одежда может быть индивидуализирована при помощи широкого ряда графических техник, от непосредственной вышивки на одежде высококачественных эмблем до перевода изображений и термоаппликации. Компания Карин осуществляет производство и экспорт продукции по всему миру. Сегодня вы можете доверить компании Карин обеспечить вашу защиту с головы до ног.